Общая площадь лесного фонда области превышает 1 миллион гектар. Таким образом, лесистость региона составляет 2,6%. В преддверии Нового года спецслужбами уделяется пристальное внимание незаконной порубке лесов. Если ранее штраф за подобные нарушения составлял порядка 30 тысяч тенге, то сегодня он достигает 1,5 миллиона тенге. Если раньше, значит, до 10 метров была зона для того, чтобы дать возможность лесу дальше распространяться. Сегодня, значит, до 20 метров от стены леса сельхозтоваропроизводитель не имеет права подходить и распахивать. Это делается во благо того, чтобы происходило увеличение лесистости. Субъект охотничьих хозяйств трудится с целью сохранить и приумножить животный мир. Для этого егерскими службами в зимний период проводится подкормка животных. Каждый субъект, он знает, как те же егеря, они смотрят за этими животными, они наблюдают за ними. Если видят, что не достает кормов, то они обязательно уже сранее начинают подкармливать. Уже не ждут, когда вот метровые, полутораметровые выпадают снежные покровы. Отметим, в Кургаужинском, Целиноградском, Енгендекольском, Атбасарском, Жаксынском районах обитает ровесник мамонта сайгак. Особое внимание уделяется сохранению исчезающего вида. Штраф за отстрел животного составляет 6,5 миллионов тенге. Назира Балташева, Дархан Мужубаев, Дидар Умурзак, Кукши Акпарат.